В региональном бизнес-инкубаторе прошла встреча омских студентов с представителем молодежного парламента при Государственной Думе. В рамках проекта «Диалог на равных» Мария Воропаева рассказала о своем профессиональном пути, который начался в региональном парламенте и общественной молодежной палате при Заксобрании Еврейской автономной области. Параллельно Мария с отличием окончила два вуза по специальностям информационные системы и технологии и юриспруденция. В государственном органе родного региона она проработала 8 лет. Молодежные парламенты в России – это единственные молодежные органы, которые наделяются правом законодательной инициативы. В мире нигде нет такого опыта. И это большой ресурс доверия между молодежью и властью региона. Почему? Что такое право законодательной инициативы? Это значит, что вы, как молодые люди, можете инициировать закон, к примеру. Когда мы в Еврейской автономной области начинали работать, уже направив законодательную инициативу, мы инициировали 15 законов области. Региональная молодежная палата стала для Марии социальным лифтом. Следующая ступенька в профессиональной карьере – работа в Москве в молодежном парламенте при Госдуме. Вот уже 5 лет Мария активно занимается решением актуальных задач молодежной политики и продвижением законов. Среди прочих вопросов на встрече спикер рассказала о мечам о важности образования. У нас прежде всего для молодежи номер один – стать профессионалом своего дела. Именно профессионалы будут развитие нашей страны определять. Поговорили также о миграции из регионов. Мария рассказала, как мотивировать молодых людей оставаться в родном городе. Представители молодежных организаций Омской области задали московскому спикеру свои вопросы и получили на них исчерпывающие ответы. Мы действительно поняли, каким образом мы, вот как нам, да, молодежное правительство, можем в нашем регионе заинтересовывать молодежь, то есть принципы работы с ней. И такой опыт работы Марии нам показал, каким образом нам действовать дальше, и это было очень полезно. Я как бы, собственно, конкретно с политикой это может быть и не связан, но тема эта всегда мне... Я чувствовал, что она довольно важная для меня и для моей жизни, потому что мне все-таки в этой стране жить, и от политики зависит условия моего труда будущего. Поэтому я считаю, что это очень важно и это очень интересно. И я стал больше понимать о том, как это работает изнутри, как работает именно молодежная политика. И, может быть, если мне представится такая возможность, я думаю, я бы хотел бы поучаствовать в разработке каких-то важных для моего города или для области проектов, законов и так далее.